Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня у нас обзорчик такого радиочасы от компании PopCube. Сверху у нас 3.5 джек. Тяжело, друзья, снимать. Радио в белом цвете. Освещения, в принципе, достаточно, но телефон, так как цвет белый, делает компенсацию, типа притускляет, поэтому, не знаю, как-то тяжеловат. Сейчас попробую открыть штор. Возможно, с дневным светом как-то будет иначе. О, наверное, да, лучше стало, да, друзья? В общем, вот тут у нас, ну, видно в подарок работникам Филипп Моррис, либо розыгрыш какой-то был. Здесь у нас логотип Филипп Моррис. Здесь лак чуть-чуть закрашен. У нас часики, календарь, термометр. Здесь у нас частота, range. Динамик, снизу у нас такие резиновые ножички, работает у нас от 4 пальчиковых батареек. Батарейки, друзья, в комплект не входят, я их установил для того, чтобы проверить и снять обзорчик. Здесь у нас задается время на часах, устанавливается будильник, здесь кнопочка выключает подсветку. Ну вот, выключено, включено. Здесь довольно светло, давайте я попробую выйти в более темную комнату. Ну, как бы здесь тоже светло, да, но подсветочка такая клевая, зеленая. То есть два светодиода не так прожорливо, скажем, потребляют батарейки и при этом хорошо освещают. Давайте проверять радио, друзья. Антенна у нас встроенная, никаких проводов, никаких разъемов для антенны нету. Я в помещении снимаю, то есть ловит, в принципе, довольно неплохо. Сверху можно какой-то MP3 плеер вставлять, либо iPod mini или nano. Телефон я сюда пробовал, у меня телефон вот за счет вот этого вот выпуклости, да, до конца я не могу дощелкнуть. То есть это сделано, и штекер не съемный, то есть он только поднимается. Рассчитан под какой-то iPod, скорее всего. В общем, давайте проверять радио, где будет музыка, друзья, я буду пролистывать дальше, если будет диктор, чуть-чуть дольше, но скажу вам, я его чуть послушал, и играет просто отлично, то есть бывает радио, где громкости больше даете, и динамик начинает там хрипеть, либо искажаться звук, здесь же такого нету, звук качественный. У нас AM, FM и авто. Я так понимаю, когда установлено авто, наверное, будет будильник срабатывать на радиостанции, это мои предположения. В общем, это у нас регулятор громкости и включения, FM, AM, авто и частоты. В общем, погнали слушать. Ну и багато що. Яревич, вона продюсер. Доволі много станцій ловить і доволі качественно при этом играет. Ну, друзья, если просто долго буду слушать, показываю вам качество звука, YouTube просто это видео будет блочить за авторских прав, поэтому приходится как-то так. В общем, радио рабочее, играет отлично, часики, термометр, все в комплекте. Лайк за видосик, с вами был Артур, всего наилучшего, пока. Аукс не проверял, ну не на чем сейчас.